Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzone Game. И сегодня у нас будет последняя, завершающая серия из цикла «Будни работяги» на проекте RAO. Если кто-то смотрел, то в предыдущих сериях я показывал, как здесь можно существовать, как работать, чем можно позаниматься. Ну и я работал на текстильном предприятии, которое выпускает форму, одежду, сумки, ящики, ну и, в общем-то, многое другое. Но пришло время посмотреть какие-то еще специальности на этом проекте, ну и поработать еще на каких-то производствах. Ну и заодно показать тем, кто зайдет на канал и посмотрит обычные будни обычного трудяги на проекте RAO. Понятно, Диду, уволь-ка меня, мне завтра надо устроиться в другое место. Ух ты, а ты это... А куда? В ремонтники пойду, механики. Нету механиков. Блин, вот ехал, как раз и думал про это. Сейчас. Да я уже сегодня даже разговаривал с ними. Целый день люди маялись, нету механиков, нужны механики. Жалко мне тебя терять, конечно. Да я к тебе вернусь, куда я денусь. Точно? Поверь мне. Мы с тобой сработались, куда я денусь-то нафиг. Ну... Ладненько, чё, пошёл я тогда. Всё, давай, удачи тебе. Спасибо, давай. Хорошую работу. Давай, удачи. И я ушёл. И скажу вам честно, покидал я это место с таким осадком в душе, потому что оно мне понравилось. Мне нравилось здесь работать, существовать. Предприятие очень компактное, работается очень легко и не напряжно. Ну и, конечно же, руководитель этого предприятия Эвас Дед. Человек, который понимает роли плей направления и умеет играть. Поэтому, конечно, уходить было достаточно тяжело. Но надо двигаться дальше. И я отправился на поиски новой работы. Путь мой лежал в первую точку, в которую я хотел устроиться. А это транспортная компания. На этом проекте она играет огромную роль. Наряду с полицией, с медиками. В общем-то, она, наверное, следующая по важности. Потому что ремонт машин – это дело как раз-таки рук ремонтников. Да, здравствуйте. А можно узнать, приехал на СТО, хочу покрасить грузовик Volvo и тюнинговать. Вы есть на месте? Ага, жду. Да, польза этого предприятия очевидна. Ну, для того, чтобы туда устроиться, нужно выяснить, какой у вас номер телефона, несложной комбинации в самом телефоне, соответственно, подойти к стойке вакансий и оставить там заявление. В общем-то, ничего сложного нету. Единственный момент, что когда вы оставляете заявление, надо обязательно уточнить ваш телефон, то есть оставить ваш номер телефона. Иначе владелец этого предприятия, руководитель, ну, просто не сможет с вами связаться. Объявление он увидит, но как вас найти, Бог его знает. Поэтому обязательно надо оставить номер телефона. И тогда с вами обязательно свяжутся. Именно так я и сделал. Я подал объявление в эту организацию и поехал дальше в ожидании, когда мне кто-то перезвонит. Но, к великому сожалению, со мной так никто и не связался. На второй день ожидания я принял решение устроиться куда-нибудь в другую организацию. И выбрал топливную компанию, так называемая НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. И данный завод, наверное, самая атмосферно выполненная локация на этой карте. Потому как все, что вокруг вас, в общем-то, по тематике хорошо подходит к тому, что мы делаем. Ну, а то есть мы перерабатываем топливо. И вот эти все дымящие трубы, вентиля... какие-то нефтепроводы, все это, естественно, вписывается в атмосферу. Но не только шикарный вид этого предприятия и атмосферность, которую он создает здесь на проекте, меня интересовало. Также мне было интересно посмотреть саму добычу нефти. Это тоже достаточно уникальное занятие, рабочее занятие. Ну и давайте попробуем устроиться. Откуда узнали о вакансии? Просто к терминалу подъехали, да? Вообще объявление снял там на сайте у себя опубликованное. Да, я, в общем-то, побывал уже в нескольких компаниях, вот и в вашу зашел. Это, как бы, ну, не в нескольких, в двух, кому я отдаю предпочтение. Хотелось бы поработать вот в нефтяной промышленности, ну и в транспортной я еще оставил заявку. Так, ну смотрите,
Вы где до этого работали-то? Вообще где-то работали? В швейной мастерской. А, все, я вас вспомнил. Все, все, да. Я швея моториста второго разряда. Отлично, отлично. Ну все, вы готовы, да, сегодня приступить даже к работе? Я готов немедленно, но только мне нужно обучение, так как Да, я. инструктаж я сейчас вам проведу. Смотрите. мне от вас потребуется, наверное, справку медицинской медкомиссии. Ну, Еще справка от ПД тоже желательно получить. Так, еще вопрос. Вы на какую, так, на специалиста НПЗ? Потому что мне требовался именно вот капитан танкера, который будет именно возить нефть с... о, это было бы вообще великолепно. Ну, чисто вот возить нефть и иногда, ну, с совмещением по водителю. Да, Ну, вот это это... примерно то, что мне интересно. Ага, все. Ну, станком обычно я все делаю, просто как бы мне нужен капитан танкера и водитель. А этот самый крейсер «Аврора» откуда берется? Я сейчас вам покажу все. Ага. Вот, посмотрите, какая у нас техника есть. Там Volvo, бензовоз. Вот, с Корпоративный техникой. «Приус». Да. И у нас квадрик есть. Ну, это квадрик мы либо приусом, либо квадриком. Мы тут по территории катаемся, чтобы это бегать далеко иногда приходится много. Это вот наш склад. Можете посмотреть. Там вот, ну, там мои вещи лежат, вещи зама, как бы некоторые, да. Да, форма, форма. Ну тогда я с вашего разрешения переоденусь. Ну да, конечно, переодевайтесь. Пойдемте. Это вот цистерна 8 тонн. Сюда мы обычно закачиваем либо неочищенную нефть, либо очищенную нефть. Чаще неочищенную, а потом отсюда берем. Вот пойдемте вниз. Вот терминал, где у нас гараж получается. Там у У нас лодочник, танки, да? может, да, можете посмотреть, подойти. Вот, керосин, смотрите, по доставке, у меня доставка в Альвешник большой, если, неважно, он там полный будет, не полный, да, там, то есть, даже если сковырят, мне нужно 1000 литров, хотя в цистерне в Унимоге 900, да, можно было, просто не мог заказать, то доставка 1000 стоит. Вольвешником, Унимогом 500, то это плюс к той сумме, которой вот за либо топливо, либо керосин. Процедура такая: вы привозите, называете сумму, себе там помечаете. Я проверяю, что если там деньги есть, ну, деньги пришли, то все нормально. Если денег нет, то я уже буду, как сказать, мучить руководителей данного предприятия, но это уже мои, как сказать, мои вопросы, да? Вот такой вот, друзья, инструктаж провел нам руководитель НПЗ нефтеперерабатывающего завода Валдис. И я думаю, что из этой аннотации многое стало понятно, чем, в принципе, занимается НПЗ. Мы занимаемся доставкой топлива. Топливо мы доставляем в аэропорт, летчикам, снабжаем заправочные станции на всем проекте. Ну и естественно, что изготавливаем то же самое топливо. А из начального диалога, наверное, можно было понять, что устроился я капитаном корабля, в общем-то, для того, чтобы ездить на нем за нефтью, на точку добычи нефти. Ну и как подработка, это доставка по нашим точкам нашей же продукции, а то есть топливо. Я развожу топливо по заправкам, а изготовлением его занимается сам Валдис. Вот таким вот образом я гоняю за нефтью. Я уже не раз говорил, что на этом проекте как такового фарма, привычного для армы, нету. Поэтому и здесь тоже мы не добываем нефть, а просто едем и забираем ее. Вот таким вот образом выглядят нефтедобывающие насосы, которые расположены далеко в море. И за ними-то мне и предстоит гоняться. Но тут тоже палка о двух концах. Да, фарма как такового нету. С тяпкой, лопатой или еще каким-то инструментом я не бегаю по полю и не собираю нефть. Я приезжаю вот на такую вот станцию. Вся моя работа это подключить
шланг к насосу и далее пройти на пульт управления, который находится здесь же. Вот он выглядит вот таким вот образом. Это вышка. Здесь стоит пульт. Мы подходим к нему и запускаем насос. В общем-то, вот и вся добыча нефти. Но тоже, как я уже и сказал, палка о двух концах. Данная точка, и, кстати говоря, эпически выглядящая точка, находится очень далеко. От нашего предприятия это находится в 6 километрах. Ну, а данный буксирчик, который именуется танкером, ездит, ну, совсем не быстро. Поэтому это можно отнести к фарму, потому что, ну, ездить приходится много. Я показывал, вернее, Валдис рассказывал, что бочка, которую надо нам заполнить, огромный танк, он на 8 тонн. Я с собой могу забрать только 1 тонну, поэтому легко высчитать, что ездить мне приходится 8 раз, чтобы заполнить вот ту самую огромную бочку. Находясь подолгу в море, есть возможность подумать и поразмыслить над тем, где я раньше работал, как все было расположено компактно, ну и какие пробеги на этой работе. Сразу же видно, что здесь, вот на этом предприятии, на НПЗ, ну, посложнее, работать посложнее, и если коллектив небольшой, слава богу, когда я здесь работал, нас было трое, было хоть полегче, но вот если, например, 1-2 человека, то, конечно, работать придется очень много. Не обошлось у меня и без приключений. В первый же день у меня было ЧП. А случилось это таким образом. Надвигалась буря, но я, как самый опытный моряк на свете, решил, что я успею доехать до берега. Но, к сожалению, не успел. Меня выкинуло. Ну, а корабль по инерции пошел в сторону берега. Естественно, его вынесло на берег, да еще так далеко, что еле оттуда его выковырили. Но «Арма» — это тот проект, где подобные ситуации не остаются без внимания. Поэтому на почве моего ЧП началась целая спасательная операция и, в общем-то, завязалась роли-плей. Пришлось вызвать ту самую транспортную компанию, в которую я хотел устроиться. Потому что корабль сам по себе на воду не встанет. Его надо туда каким-то образом транспортировать. Для этого был вызван эвакуатор. Естественно, что подобные операция связана с риском, для этого были вызваны медики. Но несмотря на то, что армовские механики по толканию другого транспортного средства это та еще задачка, все обошлось без жертв. Но медики все-таки были на месте. Ну и кораблик удалось спасти. Иначе бы мне пришлось в первый же день оплатить стоимость кораблика, а он не дешевый. В предыдущих сериях «Будни работяги» на проекте РАО я показывал какие-то ивенты, которые устраивает администрация. Но в этот раз я хочу показать не ивент, а другую интересную штуку, интересную вещь, которую тоже устроила администрация. А дело в том, что здесь на проекте есть аэропорт. И выглядит он вот таким вот образом. Ну, вернее говоря, он выглядел вот так. И согласитесь, место, ну, лысоватое. Ничего нету. И, в общем-то, проезжая мимо, вы можете и не понять, что это аэропорт. И было принято администрацией решение его облагородить. И можно было бы просто поставить каких-то ангаров и тому подобное, там навалить каких-то текстурок. Но было все обыграно по ролеплею. Сначала была сделана траншея. И заметьте, кстати, на том месте, где была траншея, в результате выросла дорога. Даже траншея была проделана не просто так, не для видимой галочки. А она изначально показывала направление дороги. Далее была стройка. И стройка была не просто поставлена, типа вот мы сейчас поставим ее, а потом уберем. Нет, стройка на протяжении нескольких бурь, то есть сессий от бури до бури, менялась. Менялась и сама стройка, и транспорт, который там присутствовал, строительная техника перемещалась. Боты, которые там стояли, тоже перемещались. Строительные объекты тоже менялись, видоизменялись. На протяжении нескольких сессий, то есть там прошло, по-моему, 3 или 4 бури, проезжая мимо, человек мог видеть, как меняется стройка. Она постоянно была в движении. Боты перемещались, объекты перемещались, заборы потихонечку нарастали. И как эпогея, выросли башенные краны. И только после этого, спустя там 3 или 4 бури, или сессии от бури до бури, выросли вот эти вот ангары, и аэропорт стал выглядеть вот так вот.
Ну и да, кто-нибудь может сказать, ну и что здесь такого, добавили три самолетных ангара и дорожку. Но тут даже не в этом дело, хотя атмосферность стала совсем другая, теперь это похоже на аэродром, а не просто на поле. Дело в том, как подошли к этому, как это обыграли, как это красиво выполнили, как это было сделано. Люди, проезжающие мимо, видели, как стройка живет, она живет и шевелится, она не стоит на месте. Это здорово сделано, я считаю, что вот на ролиплей проектах вот так вот и должно быть. Но это мое мнение и мое видение того, как могут развиваться разные события на РП-острове. Можно просто добавить какой-то элемент на проекте, что-то построить, что-то новое ввести, а можно то же самое обыграть. И на мой взгляд, это будет интересней, что и делают здесь администраторы на этом проекте. Ну, так или иначе, данный ролик подходит к концу. Я постарался показать вам еще один будничный день из жизни простого трудяги на проекте РАО. Показал какую-то специальность, еще одно производство, какие-то изменения и как это делает администрация на этом проекте. Поэтому, если кому-то понравилось, заходите, играйте и получайте удовольствие. Ну, а мне же пора покидать этот проект. Я провел здесь очень много времени и нисколько об этом не жалею. Я познакомился с очень интересными и адекватными людьми, доброжелательными людьми, общительными людьми. Поэтому уходить с этого проекта навсегда я не планирую. Я обязательно еще вернусь. Просто сейчас мне надо двигаться дальше, искать другие острова, другую, может быть, легкую жизнь. Но на острове по-прежнему кипит жизнь, поэтому заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.